Добрый день, мои хорошие. Дружу со всеми, подписываюсь, отписываться не собираюсь. И хочу вас угостить. У меня вырос вот такой виноград в этом году. Вот, до самого низа он идет. Такой крупненький, вкусненький, сладенький. Угощайтесь. Хорошенький такой. Такие веточки. Потому что, когда я уеду, приеду, наверное, его уже и не будет. Не знаю, как получится у нас побывать в Одессе, сколько дней. Поэтому, видите, да, сегодня уже осень у нас. Уже листики начинают опадать. Все дозрело. Клубничка у меня еще стоит зелененькая. Вот она перепалилась с Елизаветой. Она вот даже, видите, 6 сентября на ней есть ягодки. И все кустики какие зеленые, хорошие. Вот. Несмотря на осень, клубничка у нас в отличном состоянии. Быстренько вам хотела показать. Вот целые плантации у меня клубнички. Конечно, приходится очень хорошо повкалывать. Это смородинка, это розочки. Это здесь у нас малинка растет. Вот плантации. Это мои хризантемки. Такие беленькие. Сентябринки. Это у нас здесь капусточка. Правда, не очень уродила. Воды практически не было у нас за Бахмуткой. Слышно, как кричат мои уточки. Это здесь мои любимые розочки. Вот огурчики еще, кстати, есть. Я хочу вам показать, что все, что я снимаю, это все сделано и выращено нашими руками своими. То есть сало это наши хрюшки, огурчики закрываю свои, помидорчики, вот видите, тоже стоят подвязанные, тоже свои. Ну вот смородинку делала тоже свою. Виноградик, я вот, это Лидия, то беленький показывала, синенький, вот ряды помидорчиков. То есть все рецептики, это все не покупное, а только свое. Конечно, осень, все уже подсыхает, но все равно видно, какой у нас огородик. 20 соток, есть где разгуляться, есть чем заняться, скучать некогда. Если я вдруг не успела поставить лайк под вашим видео, не обижайтесь, я все равно потом попозже, как освобожусь, всегда поставлю. Я всегда душой с вами, ребята. Спасибо. Все друзья такие у меня позитивные, замечательные. Это плантация кабачков. Тех, которых я всегда показываю, как делать. Еще много вкусных рецептов. Но, правда, не успеваю. Особенно сейчас. Собираемся на море и не успеваю совсем. Это тут наша груша. Это у нас была кукурузка. Там была плантация картошечки, бурячок еще остался. И там мы подходим опять к нашим крикушам. Вот. Ну, чего вы кричите опять? Вот. Так что, видите, хозяйство у нас есть чем заняться. Это опять кабачки. А там у нас была картошечка. Вот. Но пока успеваем все. И радуемся своим новым подписчикам, своим новым друзьям. Очень вам благодарна. Оставайтесь с нами, ребята. Пока-пока. Целую всех. Тёмки-тёмки.